Владимир Сапрыкин. Посвящение женщинам. Читает автор. Открыто, не на визави и опуская междометия, желаю женщинам любви и женского в ней долголетия. Пусть обойдет ваш дом беда, и мимо пронесется горе, чтоб вы не сдали никогда даже простой душевной боли. Мои желания просты, в них нет апломба и азарта. Пусть исполняются мечты не только в день 8 марта.